Давайте от обратного пойдем. Что делают с человеком, чтобы человек начал курить? Ему рассказывают, что курение – это хорошо. Хорошо. Значит, для того, чтобы человек перестал курить, нужно доказывать что? Что это плохо. До прихода меня вы знали, что курить плохо? Да. Это не мешало вам курить? Нет. Ваши родители знают, что курить вредно? Да. Это не мешает им курить? Поэтому не вред. А что? Хирурги знают, что курить вредно? Да. Они знают, они курящим отрезают ноги и говорят, курить вредно, из-за курения отрезали. И идут после операции куда? Курить. Так вот, не вред, а что же нужно доказывать? Есть одна вещь, доказав которую, вы не сможете курить. Хотите узнать, что это такое? Тогда представьте себе ситуацию. Вы подходите к школе, осень. Подходите к школе и видите, как ваши, ну, у вас 9 класс, пусть будет 10-11 класс, собрались перед входом в школу, собрали в кучу опавшие листья, подожгли эту кучу, стоят, вдыхают дым. Вы подходите к школе, всем классам. Они вдыхают дым, вас увидят, говорят, о, 9 какой класс? 9, подходите, 2 минуты. 9А, подходите, давайте будем вместе вдыхать вонючий дым, расслабляться, снимать стресс и получать удовольствие. Пойдете? Нет. Почему? Вместе. А здесь что? Табак. А табак что это такое? Листья. Это листья. И мне говорят, сюда не пойду, дурак что ли? Чем отличаются листья эти от тополиных? Здесь дерьма больше. И цвет у табака какой? Коричневый, как у дерьма. Но когда говоришь про листья тополины, говорит, что я дурак, что ли? А когда про табачные, выходит после урока за угол школы и с серьезным лицом и дураком себя человек не чувствует, хотя им является. Понятно, что нужно доказывать? Что? Что ты дурак. Не совсем понятно. Еще один пример можно? Последний пример и все, по домам. Вы не пробовали никогда грызть на ногах ногти? Не нужно свои варианты приводить. Я спрашиваю, на ногах не пробовали? Для тех, кто не пробовал, внимание. Этот процесс успокаивает, снимает стресс. На меня не смотрите, я не пробовал. А вы откуда знаете, что это успокаивает и сосредотачивает? Это не я сказал, это вы и перечисляли. Вы это откуда узнали? Из голубого экрана дебилизатора. Так вот, в одном институте я рассказал, привел этот пример, сидит студент и тянется ногой. Он говорит, я не достаю. И на лице такая печаль, знаете. То есть он готов что угодно попробовать, лишь бы получить эффект. Вот так за свою веру и стремление к удовольствию человек готов говна на лопате попробовать, если ему скажут с голубого экрана дебилизатора. Как выглядит человек, грызущий ногти на ногах? Глупо. Глупо. Вот ее глупость. Запишите, пожалуйста, это последние два слова. Ее и нужно себе доказывать. Доказывать себе нужно не вредность, а глупость того, чем я занимаюсь. Чтобы вам было понятно, в чем заключается глупость, буквально три предложения. В чем заключается глупость курения? Когда человек покупает табак, он платит деньги за собственное оболванивание. Человек, покупая пачку сигарет, платит за следующую пачку, которую выпустят для его детей. Человек платит деньги. Посмотрите, насекомые умирают бесплатно, человек тратит на это деньги. Разве это не глупо? Это как да, заплатить за собственное убийство. Еще один пример хочу привести. Вот это авторучка. Шоколадки, конфетки видели в магазине? Да. Это чего такое? Это реклама табака. Теперь смотрите, когда человек, производитель чего бы то ни было, что-то производит, например, столы, компьютеры, чтобы продать побольше, он должен рекламировать. Кто платит за рекламу? Производитель. А здесь кто? Вы, если вы покупаете, вы платите за рекламу табака. Поэтому вас, как будущих родителей, я сегодня прошу, никогда ничего подобного не покупайте. Ни конфетки, ни ручки.
К тому же, сегодня ручки выпускают не только такие. Сегодня ручки выпускают, наверное, вы видели, вот такого плана. Поэтому, что будут выпускать вашим детям, я боюсь догадываться. Итак, последнее. Это шприц, авторучка. Итак, смотрите, последнее, что я хотел бы сказать, об этом меня обычно спрашивают, вы почему-то не спросили. Я когда о табаке все рассказал, последний вопрос звучит такой. А электронная сигарета? А электронная сигарета вредная или не вредная? И вот посмотрите. Посмотрите, дело в том, что у табачных производителей, у них вот такие деньги. И они сначала придумали обычную, просто был табак. Потом завернули в бумагу, появилась папироса, сигарета. Потом появилась электронная сигарета. Завтра появится виртуальная сигарета. У меня, я не могу соревноваться с табачными компаниями. Дело в том, что организация, которая меня сюда пригласила, это общественная организация «Трезвый Магнитогорск». Общественная организация, люди живут на свои средства и дополнительно занимаются для профилактики, по сути, на свои деньги. И соревноваться с табачниками мы не можем. У меня зарплата без нолей в месяц, а у них штраф с, вот с таким количеством нолей. И поэтому соревноваться с ними, изучать каждую выдумку табачной компании я не в состоянии. Поэтому я не знаю, вредно это или не вредно, но хочу предложить вам, чтобы и вам не изучать этих подробностей, простую вещь. Принцип. А принцип заключается в следующем. Вот эта реклама «Ручки-конфетки» выпускается для того, чтобы человек начал быстрее курить. А это выпускается для того, что электронный сигарет, для того, чтобы он никогда не перестал это делать. Чтобы он что-нибудь покупал и сосал. Что будет, если перестать курить? Бросить курить – это в первую очередь неплохая экономия денежных средств. Человек продляет себе жизнь ежедневно примерно на 5 часов. Это довольно неплохо, учитывая, сколько тысяч дней еще впереди. У человека, бросившего эту привычку, в первые же часы улучшается самочувствие. Сердце начинает работать стабильнее и спокойнее. Из крови уходит весь никотиновый яд. Артерии снова становятся упругими, что улучшает циркуляцию крови. Руки и ноги становятся теплее, поскольку нормализуется работа кровеносных сосудов, и температура ладошек и ступней повышается на 1 градус. Прекращается дрожь в руках. Возможно, это было незаметно, но у курившего человека всегда присутствует тремор рук. Нервная система приходит в спокойствие. Спустя неделю без этой вредной привычки начинает восстанавливаться работа легких. Из них выводится вся грязь и постепенно проходит воспаление. Они начинают работать с прежней силой. Восстанавливается обоняние и вкусовые рецепторы. Человеку заново открывается вся полнота ароматов пищи и напитков. Пропадает неприятный запах изо рта, и жизнь продлевается примерно на пару дней. Через 3-4 недели улучшается структура и вид кожи. Начинают исчезать морщинки курильщика. Лицо обретает здоровый оттенок. Поведение становится уравновешенным, снижается уровень депрессивного и стрессового состояния. Появляется чувство комфорта. В разы улучшается физическое состояние. Меньше мучает одышка. Человек зарабатывает плюсом еще одну неделю жизни. По прошествии года в два раза снижаются риски заболевания сердечно-сосудистой системы человека. Уменьшается риск заболеть ужасной болезнью – раком. Человек, бросив весьма вредную привычку – курение, спустя год продлевает свою жизнь на 3-4 месяца. А что касается экономии денежных средств, то этих финансов хватит на небольшой комфортабельный отпуск. По истечению 6 месяцев без сигарет, вероятность закурить вновь становится в разы меньше вероятности, что вы уже никогда не вернетесь к этой пагубной привычке. Проживая год за годом, человек становится богаче, крепче здоровье, психика, иммунитет. Организм все реже подвергается рискам заболеть чем-либо. Без сигарет человек проживет на 10 лет больше, радуясь жизни. Ведите здоровый образ жизни и не подвергайте свое здоровье опасностям.